открыть защиту города, и это одна из самых завораживающих историй. Небольшая группа в составе примерно 400 спецназовцев карабкалась по горам, передвигалась пешим порядком с минимальными запасами провизии, занимала окраины Шуши, порой натыкаясь на вооруженные отряды противника. Это удивительное решение – использование сил специального назначения с целью освобождения города. В той операции мы увидели хорошо продуманный план Азербайджана. Это были солдаты, бесшумно взбиравшиеся по горам без использования современных технологий, что позволило им незаметно проникнуть в город. Я советовался с различными экспертами, которые в один голос утверждали, что невозможно было с тяжелым вооружением вскарабкаться по тем склонам. Но азербайджанский спецназ вошел в город с трех сторон, кроме северной. Я бы очень хотел посетить Шушу, чтобы своими глазами увидеть, как они это сделали.